Добрый день, друзья. Сделал вот такой вот ножик своей дочери. Она у меня любит куховарить. И вот я решил сделать для нее маленький ножик такой, ну, небольшой. То есть такой традиционный японский кухонный поварской нож, называется сантоку, но он где-то, у него клинок где-то в районе 20 сантиметров. Но для дочки, ей 8,5 лет, это было бы слишком крупный нож. Я просто взял, сделал меньшую, такую как бы уменьшенную копию этого ножа. Тут где-то, ну, я думаю, 15, может быть, там 14,5 сантиметра. Здесь сталь 1095, углеродка, микарта, рукоятка и вставки такой вот фибролайнер. Такой красненький, думаю, ей понравится. Вот. В этот раз вроде бы все удалось закалкой. То есть нормально закалилось, нормально теперь точится нож, то есть можно его наточить. Конечно, углеродка на кухне в наше время это немножко, как бы это правильнее сказать. Ну, то есть люди привыкли к недорогим ножам из нержавейки, которые можно кинуть себе, забыть в раковине мокрый, ничего ему не будет. Этот так не получится, потому что сразу же мгновенно начнет ржаветь, поэтому его надо всегда держать сухим. То есть поработал, вытер, держишь в сухом виде. Как если для взрослого человека, то конкретно этот нож будет неудобен, потому что делался он, конечно, для 8-летнего ребенка, ручка маловата. Ну, конечно, никто не держит кухонный нож при работе вот таким, почти вот таким. Основной хват это вот здесь вот за лезвие, и дальше уже пошли там. Ну, опять же, мне лично для вот такой нарезки, вот такой вот, он мне неудобен, потому что вот этот вырез недостаточно большой для моих пальцев, то есть они бьются об, ну там, не знаю, разделочную поверхность или об что там, то есть они мне мешают. Но для там, если чисто так вот рубать что-то, рубить, то он как раз нормально подходит, то есть это можно делать без проблем. А ну, то есть взрослому человеку тоже. Но опять же, длина клинка, ширина клинка все-таки на какие-то ограничения накладывает на тот продукт, который им можно там нарезать и так далее. Вот. Что еще хотел сказать? Ну, в общем, мне понравилось кухонные ножи делать. Возможно, что я и дальше буду их делать, но только уже не для нормальных взрослых людей, не для не детских. А так вот хотелось, сделал я для дочери, потому что, ну, чтобы она научилась правильно работать нормальным поварским ножом. Она сейчас, у нее любимый нож такой вот маленький, такой разделочный, я не знаю, как сказать, не разделочный. Ну, такой универсальный ножик, небольшой, там где-то 10 сантиметров лезвия, но им можно просто что-то таким вот тягом резать. А вот такие вот именно более подходящие для кухни, там скоростной, там нарубывание чего-то и так далее, вот эту технику на нем, конечно, нельзя получить. Вот это я специально сделал для нее, чтобы она научилась нормально работать нормальным кухонным ножом. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Опять же, с одной стороны, 10,95 потребует большего ухода, но с другой стороны, может быть, приучит ребенка к дисциплине, к уходу за ножом, что вот бросать его нельзя, надо его вытирать, надо смотреть, чтобы он был сухой после того, как закончил с ним работу. Вот. То есть вот такие вот такой вот ножик. Вообще посмотрим, что из этого все выйдет. Так что, а пока, вот спасибо за внимание, до свидания.